Всем добрый вечер. Продолжаем нашу пресс-конференцию. На ваши вопросы ответит главный тренер нашей команды Мадрак Божевич. Начало. Комментарий. Ну что, вы сами видели, что очень трудно выиграли. И мы по-другому не ожидали, потому что Рубин одна очень хорошо организованная команда. И до этого момента они проиграли только 4 игры. 12 у них ничьих, что 0-0, что 1-1. И старались взять под контроль мяч. Первый тайм нам это и удавалось. Но каких-то очень острых моментов мы не создавали, кроме со штрафного, там один момент, который был у нас. Второй тайм, игра пошла чуть-чуть по-другому. Вышел на поле Корниленко, начали с длинными передачами, борьбу навязывали, как и можно Рубину забить, одним дальним ударом забили. На концу могли на контратаке забить еще, может быть, было 2-3 хорошие момента, но могли пропустить на самой концовке. Так что трудная победа, ну, очень важна для нас, потому что у нас были 3 проигрыша подряд, плюс турнирная таблица, которая давит, и сейчас можно сказать, что чуть-чуть воздуха забрали. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Если можно, сначала по Самедову ситуацию. То есть видно было, что в середине первого тайма ему уже массировали ногу, а затем на замену попросил. Что-то серьезное с ним? Пока не знаем. В понедельник он сделает УЗИ, но думаю, что задняя поверхность бедра. И второе. В первом тайме Рубин откровенно сидел в обороне, то есть было трудно вскрыть вот эту вот консервную банку, как сейчас сказали, да? А после гола Зиньковского как-то Рубин начал больше открываться. В связи с этим вопрос такой, а вы что-то в перерыве сказали игрокам, что они как начали лучше играть или что? Ну, потому что Корниленко очень опытный и очень хорошо играет с головой, тогда и вообще мы не успевали через эту игру создавать хорошие моменты, тогда просто решили променять и попытать на верховой борьбой. Нет. Мядрак, не играли в Оренбурге Джано, Антон, вернулись они в Краснодар, и вот сегодня снова их нет. Что с их здоровьем? Когда нам ждать возвращения? Джано получил ушиб на предигровую тренировку, и он за Динамо наверняка будет готов. Что касается Антона, там чуть-чуть посложнее, и я надеюсь, через 2 недели. Мятрак, вот вы часто можно вас видеть на матче молодежной команды Крылесоветов. Сейчас достаточно хорошо ребята себя показывают, да, 4-0 второй раз подряд выиграли. Вот можно сказать, что кто-то уже близок к тому, чтобы ну, хотя бы на замену да, выйти там, или сейчас просто турнирная ситуация не позволяет отпускать ребят? Ну, знаете, как я был очень рад, если могу пускать еще молодых игроков там у нас. И вратар Овчинников, и Киселев с нами работают и играют. Вучичевич тоже. Там есть еще пар интересных ребят. Но сейчас такая ситуация, что очень трудно давать шанс молодым игрокам сейчас. Если решим турнирное положение, тогда будем попытаться. Еще будут вопросы? Спасибо.